Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Реплей, Центральный округ. У них здесь Кирилл под Булови, не забывайте вводить в них по регистрации. Ну что ж, сегодня под ночью вышло очередное обновление. То есть, это обновление связано с декабрем, то есть, декабрёвское обновление, или как его называть. Ну короче, вы поняли. Оно вышло сегодня ночью, я вам полностью не смогу показать, потому что там очень много всего добавили. Я что смогу, то вам покажу, и покажу самое интересное, что именно мне понравилось. Ну и кое-что расскажу, что тоже мне понравилось, и прочитаю это из списка обновлений. Видео про обновление можете посмотреть в группе, и там есть полный список, что добавили, что убрали, что пофиксили и так далее. Ну что ж, пацаны, с вас опять на лайки и погнали. Итак, обновили вот эту машину. Что именно с ней сделали, пацаны? Да то, что в ней теперь не кончается бензин, то есть ее не нужно заправлять, и теперь вы просто ездите, потому что это самый лучший, так понял, в мире электрокар, и поэтому его не нужно заправлять теперь. Кстати, это было мое предложение, я Мейсону предлагал это. Если не забуду, я скриншот ставлю, что я предлагал, чтобы Теслу не нужно было заправлять, потому что это все-таки самый лучший в мире электрокар. Поэтому, возможно, это сделали того, что я написал, возможно, они сами до этого думались раньше меня, но хотя, как бы, вроде бы, как я первый им об этом написал, что нужно вот так вот сделать, и это очень классно, что они все-таки это реализовали. Также произошли небольшие изменения с таким местом, как аукцион. Честно, я даже не знал, что такое есть на проекте, как Родина РП. Я думал, такого нету, я даже не знал, что это существует. Из-за того, что большой спрос в аукционе, вместо 6 слотов для бизнеса, да, или 10 слотов. Давайте зайдем посмотрим, что там вообще находится. Я здесь ни разу не был, я даже не знал, что есть такое место. Так, внутричек прикольненький, как я понял. Осталось 70 секунд. Окей, давайте посмотрим, что вообще здесь находится. Так, можно выставить бизнес на аукцион. Выставить дом можно на аукцион. Список выставленных недвижимости, информации. Так, давайте посмотрим. Дом выставлен за 4 миллиона. Еще один дом выставлен за, получается, 2,5 миллиона. Ну, в горели. Один в горели, друг, понятно. На где? Ну ладно, в принципе, не важно. В СТО была добавлена возможность ставить на свою машину стоковые диски. Вот это на самом деле полезная тема, потому что когда я поставил на BMW вот эти диски, которые были до этого, ну короче, вы видели их, когда я ехал, и теперь можно поставить спокойно стоковые диски за 30 тысяч. Пока что у меня этих денег нету, но как только я докоплю еще 15 тысяч, потому что, ну как всегда, пацаны, у меня проблемы с бабками. Это нормально. И поставлю, короче, как накоплю бабки, и поставлю на нее стоковые диски, потому что те диски, которые на ней сейчас стоят, это просто ужас. Они очень маленький, ну, вы сами, в принципе, это видите, поэтому я обязательно это сделаю. Была реализована система бумбокса, то есть магнитофон с музыкой, которую вы можете включать. Так, ТП, пацаны, нужно кукарекать, что вот это украли с другого проекта. Ну, вы все понимаете, о каком проекте я говорю. Нет, пацаны, здесь все по-другому, здесь больше плюшек, и это все по-другому реализовано. Этот бумбокс нельзя купить просто так, именно там в каком-то магазине, либо у кого-то его, кстати, можно купить, у какого-то человека. Но где его взять? Бумбоксы, пацаны, выпадают из призраков, то есть вы убиваете призрака, и из него можно выпасть бумбокс, который вы можете забрать, либо оставить его себе, либо продать. Бумбокс можно установить как в интерьере, так и на улице. Музыка будет слышна в определенных радиусе, который можно увеличить, купив усиление звука в бум-марк. Поэтому, пацаны, это совсем по-другому реализовано, поэтому не нужно там кукарекать и кричать, что это украли с другого проекта. Здесь это все сделано по-другому. Я считаю, что даже лучше, чем на другом проекте. Ну, вы сами понимаете, о ком я говорю. Вот, короче, пацаны, как выглядит эта колоночка, довольно-таки маленькая, такая компактненькая, красивенькая, ну, такая, знаете, обычная колоночка, ну, как-то так, короче, она выглядит. На рынке тоже сделали такое небольшое обновление, ввели пару плюшек. Каких именно, вы теперь можете продавать головные уборы, аксессуары и номера своей машины. Насчет аксессуаров, головных уборов, это все понятно. А вот насчет номеров не очень, потому что на родине номера, грубо говоря, самповские, как бы, они не русские. Это именно самповские номера, ну, то есть свои, короче, номера, не как в реальной жизни. И разве что покупать номера Родина СТ, но непонятно, кому это нужно, но в принципе, я думаю, лишь не будет, возможно, кому-то это понадобится. Ну что ж, я на это буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки будут в описании, заходите, играйте на Родину вместе со мной. Всем пока-пока.